Ордена Славы. Родился 10 августа 1924 года в деревне Струково Ленинского района Тульской области. Был помощником командира взвода 463-й отдельной разведывательной роты 409-й стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии 2-го Украинского фронта. Сержант. Был награжден Орденом Отечественной войны 1-й степени. Медаль. Жил Потапов в поселке Косая гора, ныне привокзального района Тулы. Когда немцы заняли Косую гору, участвовал в защите Тулы в составе Косогорского батальона Тульского рабочего полка. После снятия осады призван в Красную армию. На фронтах Великой Отечественной войны с августа 1942 года. Участник парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года. В том же году был демобилизован. Жил и работал в Челябинске. Умер 26 марта 1986 года. Похоронен в Челябинске. На Аллее Славы в Челябинске и на Поклонной горе в Москве выбито его имя. В деревне Струково, на доме, где жил Потапов, установлена мемориальная доска. Имя воина увековечено на памятной плите в сквере Туликам-героям на проспекте Ленина в Туле. Потапов в составе группы бойцов 5 января 1945 года пробрался на позицию противника у населенного пункта Либат в Венгрии, где в схватке уничтожил 4 гитлеровцев, помог подавить огневую точку. В ночь на 23 января 1945 года Потапов с группой бойцов проник в расположение врага у населенного пункта Нововиска, Чехословакия. Забросал гранатами блиндаж, захватил 2 языков. 28 января 1945 года в бою Потапов из личного оружия сразил до 10 вражеских солдат. 20 марта 1945 года во главе разведывательной группы проник в тыл противника в районе населенного пункта Биня, Чехословакия. Из схватки с врагом уничтожил 5 гитлеровцев, одного взял в плен. Затем, прикрывая отход разведчиков, подавил вражеский пулемет.